находимся в парке Патриот, а сзади нас храм вооруженных сил Российской Федерации. А я председатель клуба «Добро пожаловать в Россию» Прудникова Олеся. Мне очень понравилась, на самом деле, прекрасная экскурсия, особенно по музею воинской памяти. Называется этот музей «1418 шагов», и пока ты делаешь эти шаги, ты пропитываешься историей и атмосферой Великой Отечественной войны. Очень тяжело, интересно и подкрепляется память об этих ужасных событиях. Меня зовут Глеб, я студент третьего курса, являюсь председателем Международного студенческого офиса НИУ Белгоу. Это статуя Иисуса Христа и различные иконы. Как православный человек, для меня это играет огромную роль. И я очень был рад посетить этот храм, воодушевился и увидел что-то новое и интересное для себя. И хотел бы поделиться с этим эмоциями. Сейчас я нахожусь в парке Патриот. Мне безумно все понравилось, и величественный храм, и, собственно, сам музей 1418 шагов к победе. Меня зовут Тока Евгения, я студентка Института общественных наук и массовых коммуникаций. Была литургия замечательная, мы остались под очень большим впечатлением и от музея, посвященного Великой Отечественной войне. Здравствуйте, меня зовут Терентьева Анастасия Сергеевна. Я студентка второго курса Института фармации, химии и биологии. Мне очень понравилось 1418 шагов к победе. И музей тоже очень хороший, тоже понравился. Всем спасибо за эту прекрасную поездку. Мы рады были стать участниками этого значимого события и этой интересной и насыщенной экскурсии.